это Хлоя Роза. И, девочки, вы знаете, вот если убрать запах розы, а это очень-очень сложно, потому что здесь роза такая, что не просто роза, которая в букете у вас находится на столе, стоит в вазе. Нет, это роза с куста, это живая роза, которая имеет прям очень-очень явный такой выраженный запах. Это Хлоя, обычная Хлоя, это Хлоя де Парфюм, просто с явной нотой розы. Вот лимитка роза Хлои, если лимитированная версия, она менее такая, менее выражена там роза, она очень мягкая, такая легкая, а здесь, роза. А здесь она обыграна пудрой, и просто все, больше ничего другого я не слышу. Это один из любимых ароматов